Сотни. Хочу вступить на звук. Привет. Всем привет. Всем привет. Привет. Я уже первый раз сделал. Как вам тут жилище по России, а? Это действительно. Ты ешь. А ты говоришь, что он ест. Да? Ну это ж так. Хорошее. Единственное, что, естественно, на поле друзей нет, и нам сегодня надо побеждать и двигаться дальше. Только мысли то все об этом. Thank you.
Поздравляю с первым полным матчем в этом году, календарным. Дрожали коленки? Да нет, я же уже играл и в Кубке, и играл в Премьер-лиге. Поэтому это не дебют, и здесь уже эмоции, более спокойно выходишь и делаешь свою работу. Как готовился к этой игре? Вообще, какие мысли были? И по сопернику расскажи, насколько он создал сегодня проблемы. Ну, соперник обостряет за счет подач, и из-за этого несколько моментов было опасных. Но так мы разобрали все полностью, и то, что планировали, мы сделали. Артем Дзюба довольно требователен к своим игрокам. На тренировках часто и тебе достается. Как ты справляешься с прессингом от такого опытного футболиста? Но это не прессинг, это подсказ. Иногда он должен быть жесткий. Он человек, который играет давно на этом уровне, и он знает лучше. И огрызаться или что-то говорить против мы не имеем права, мы должны прислушиваться. Хорошо, что главный тренер сказал перед матчем и после? Перед матчем всегда мы выходим и играем на победу, тем более Нижний Новгород. Это еще и бывший клуб Михаила Михайловича. И то есть мы играли, получается, за 6 очков, так как примерно у нас чья победа, те 6 очков были бы. Так мы выигрываем и отрываемся от них. Они остаются в зоне стыков. Сегодня ворота на замке. Как ты думаешь, своей сегодняшней игрой ты себе место в основе на следующий матч против «Зенита» застолбил? Нельзя застолбить свое место. Нужно из игры в игру показывать хороший уровень, и тогда тренерский штаб будет решать, кто должен играть, а кто нет. В целом мысли о «Зените» уже есть или пока еще далеко об этом? Сейчас у нас мысли о победе, а завтра уже будут мысли о «Зените».